Здравствуйте, это Нина Зверева, и это моя полосатая жизнь. И сначала хочу прилюдно сказать спасибо подруге Люсе вот за этот прекрасный свитер, который связан специально для программы «Полосатая жизнь». А здесь еще НВ, если вот вы видите, да? Вот она так вяжет и так подбирает цвета. И это, конечно, греет меня, этот свитер, необыкновенно, но мне было запрещено носить его по другим поводам, могу надеть только сегодня. Я попросила связать еще несколько таких других цвета, потому что тогда у меня будет уже рабочая одежда для наших историй. Историй много. Потому что среди комментариев я вижу просьбы рассказать просто про хороших людей. Как много на этом свете хороших людей, про которых вот хочется рассказать. И я сегодня решила сделать программу под названием, как вы видели, «Водитель для Нины Витальевны». Она же услышала фразу, когда еще даже не думала, что у меня может быть там свой водитель, своя машина там рабочая. Фраза от большого чиновника, который так со смехом сказал, что персональный водитель – это вторая жена, которая знает больше первой. Я помню, мне эта фраза зацепила, я подумала, да, вот целый день человек с водителем, и это же разные стояния бывают в машине, это же вот когда начальник, там, а когда персональный водитель, значит, начальник, тут надо где-то помочь, где-то почувствовать, где-то покормить, где-то там, не знаю, быстро доехать. И вот вдруг так повернулась моя жизнь, что меня пригласили с обкором российского телевидения, это было сразу в 91-м году, и мне по статусу собственного корреспондента была положена машина. А машин не было на Горьковском-то заводе совсем. Была очередь за машинами, но машин не было. Нужна была «Волга», как я понимала, черная. Почему-то я думала, что вот «Волги», они только черные бывают. И мне пришлось самой звонить директору автозавода Николаю Андреевичу Пугину, сказать, что у меня есть бумага от российского телевидения, но меня посылают в очередь, а вот мы на арендованных машинах и на всяких такси, конечно, столько надо всего сделать. За день 3-4 сюжета из разных мест. Машина была просто реально нужна. Еще не было у меня машины, меня только назначили собственным корреспондентом. Сразу трое водителей телевидения Горьковского ко мне подошли, а не возьмете ли вы меня? Меня это даже удивило. Оказывается, персональчик среди водителей это так, ну, ценится. Это так вот, а тем более понятно, что сейчас будет новая машина. Машина ценит еще больше, чем работу, как я потом выяснила. И у меня как-то сразу глаз упал вот на Мишу. Был такой Миша, не буду называть фамилии. Его нету сейчас уже на этом свете. Подошел такой хороший Миша. И мы уже вместе с ним, когда Пугин сказал, что будет машина, и оказывается, моя машина, он сказал, нет, не черная, должна быть белая «Волга». Моя машина ехала когда по конвейеру, там было написано «Машина для Нины Зверевой». И, как сказал Пугин, вот там все очень старались. Ну, действительно, ну, врать не буду, меня как-то и уважали, и ценили, и любили. И там мне что-то поставили особенное. В общем, я получила свою первую белую «Волгу». Очень любимую. Сколько лет мы на ней? Она уже ржавая была. И Миша Ильина получила. И я довольно быстро поняла, что у нас не сходство отношения к работе. И, конечно, я была виновата. У человека жена и ребенок. Но у меня трое детей. Но мне вообще никогда не надо домой. Мне всегда надо работать. И еще можно вот сюда заехать, еще сюда. А если хороший сюжет, это надо в пяти точках. И он откровенно сердился. Он глядел на часы. Он говорил, что он не поел. И у нас прямо вот мучение было какое-то. И так как у меня уже сразу была школа, и сразу было много сюжетов, то я решила, а ладно, потяну я сама просто второго водителя. Потому что ребята снимают сюжеты, им нужна тоже машина. Появился второй водитель, Володя. У нас уже было две машины. Два водителя. И один из них уже работал со мной на «Вестях», а другой делал сюжеты с моими учениками. И в это время ко мне подошел знаменитый водитель Володя Максимов. Володя Максимов был знаменитый водитель. Я видела его фотографию всегда на доске почета. Ну, честно говоря, сначала рядом с моей, потом меня уже там не стало, а он был. По-моему, там был всегда. Представьте себе абсолютного русского красавца. Вот абсолютно. А еще эта улыбка чего стоит. Еще от него всегда так как-то вкусно пахло какой-то свежестью. Вот я не люблю все эти колонны там. Вот. И он весь такой был чистоплотный, надежный. И, конечно, ходили всякие истории. Про водителей тоже. Ну, когда пришла первая передвижная телевизионная станция, было понятно, что только водитель самой высшей категории, умеющий все, может вести эту передвижную телевизионную станцию. Представьте себе лязовский автобус, начиненный такой квази-электронной техникой, сделанной в Новосибирске везде. Одна кочка,
И нету этой техники. А Володя вез этот автобус на Московские Олимпийские игры. А еще у него была какая-то природная, вот, природное чутье к одежде, любовь. И была известная история. Ему было там 20 с небольшим, когда он из Лыскова родом, очень любит своего Лыскова. У него мама не мама, а матушка. Очень такой рукастый. Любимая жена Надя, медсестра. Познакомился с ней в Лыскова, когда еще пацаном, ну, 17-18 лет, но уже водителем. Он водил автобусы большегрузные. Начал он водить тракторы с 12 лет. У него был мотоцикл. Всю жизнь за рулем. Ни одной аварии. Так вот постучать. Ни одной. Но много было историй на моих глазах. Потому что мы работали вместе 20 лет. И были истории такие, когда вроде уже ничего нельзя сделать. Ну, нет. У него невероятная, конечно, хватка, чутье, любовь к технике и внимание к дороге. И он подошел ко мне. Я говорю, ты что раньше был? У меня два водителя, две машины. А раньше как-то вот ему нравилось работать на телевидении. А тут что-то было. То ли задержки по зарплате пошли, то ли вот этот автобус ПТС куда-то разобрали на части. Так вот, Московская-то Олимпиада когда была, большие начальники пришли встречать технику из Нижнего Новгорода, из города Горького еще 80-й год. И, значит, подошли к главному человеку, сказали, с прибытием. Этот главный человек был водитель, Володя Максимов, потому что он был в пиджаке. А все другие главные люди, которые приехали, были не в пиджаках и выглядели не так презентабельно. И вот этот вот красавец сказал мне, что он был бы счастлив, если, например... И я решила, ну, где моя не пропадала? Почему-то вот всегда есть чутье на своего человека. И мы купили третью машину. Ну, конечно, ездили-то мы с ним на моей белой. Там были машины какие-то такие с рук и побитенькие. Парни остались с удовольствием. И Миша, и Володя, они остались с удовольствием. Они работали свои рабочие смены, как полагается, водителем. А этот со мной работал 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. И даже когда мы подъезжали к дому уже, я говорила, устал. Он говорит, нет. Он сказал, не, Наталья, вы мне жизнь открыли. Он начал газеты читать, он таких людей видел рядом. То Юля Меньшова к нам в школу приезжала, которую он очень любил, то Жириновскую мы встречали. И вот эти все сюжеты. И я ему рассказывала, чем мы едем снимать и как. И иногда проехать было нельзя, а он проедет. И Миша тащит технику, и он половину тащит, штатив, и все на свете. Мы были команда. И именно им, этим моим мужикам, я посвятила тогда стих, когда села как-то в машину. Мы этот путь из Нижнего Новгорода до Москвы, я знала вот каждый камешек. Почему-то всегда оказывалось, что надо ехать в пятницу. Что такое пятница? Сплошные пробки. Из Москвы в пятницу уехать. И вот вздохнем, сядем. А когда сядем в машину, то уже другое чувство. И вот этот стих, у меня как-то он выдохнулся прямо. Опять мы едем далеко, два мужика и баба. На сердце чисто и легко, как после снегопада. Один спокойный и красив, другой умен и весел, и счастлив каждый из троих средь суеты и песен. Бывает дружба, как любовь. Любовь бывает дружбой. Бывает, не хватает слов. Бывает, слов не нужно. Он все время ставил песни, которые я люблю. Миша с ума сходил, конечно, от этой моей блям-блям-блям музыки, от этой попсы. А Макс покупал даже в киосках специально эти, ставил там. Представляешь, такой «Волга» без всяких кондиционеров, июнь. Мы ездили по тюрьмам и лагерям, снимали кино для российского телевидения. В машине было градусов 40. И вот я выйду из машины, он сразу открывает все двери, а когда захожу, он на меня чем-нибудь, каким-то листочком, чтобы вот пота не было. Это не описать, ведь были болезни, были ангины, были температуры. Один раз мне поставили рак. И мы ехали в Москву. В этот, раковую больницу. Потому что все, что в Нижнем сделали, везде был исключительно точно рак. И когда подъехала ко мне машина домой везти меня в эту больницу, в машине оказался еще и Миша. Он сказал, ну как без меня, нет? Ну, команда. И так мы ехали и болтали. Была одна проблема. Когда я рассказывала что-то Максу, он просил. Он Володя Максимов, я звала его Макс. Когда ко мне приезжали люди откуда-нибудь и просили там с машиной помочь, тот же Вадик Токменев как-то приехал тоже фильм снимать. И вот он его называл Володя. А потом я появилась и сказала, Макс, ну как? Он говорит, ой, Нина Витальевна, я же неправильно называла. Я говорю, ты правильно называл, Володя Максимов, Макс. Макс только там просил, Нина Витальевна, вы меня можете звать Максик? Но при людях не надо.
Ну, это же как собачка звучит, нехорошо звучит. Я очень старалась, и потом и всегда прежде говорю, Максик там, ну, в общем, не получалось. Он всю жизнь жил в Лысково и в Нижнем Новгороде. И автобусы, и ПТС, и потом вот эта наша «Волга», которую он чинил и любил. Никогда с ней не выходил, никогда не оставлял. У меня тоже была, кстати, проблема, потому что однажды, я помню, приехала в Москву на пароходе, на теплоходе, и связи-то не было никакой мобильной. Я волновалась за родителей всегда. И я смотрю, а там Макс. И вот он так вот кругами ходит вокруг машины. Большой, красивый. Вот он ходит кругами вокруг машины, ходит кругами вокруг машины. Поглядел на меня испуганно и снова кругами вокруг машины. Я подумала, все. Макс привез мне какую-то плохую весть, боится сказать. Я, значит, с чемоданом, скорее первое выпрыгиваю, подбегаю, говорю, Макс! И он с отчаянием говорит, смотрите, нет, Витальевна. Там была такая какая-то вмятинка на этой «Волге». Я говорю, да, это же железо, Макс. Это же железо. Но он был просто... Он был и ведь уехал этот человек, который стукнул эту машину. Вот он уехал же. Вот. Какой хороший. И он ужасно любил, когда я рассказывала истории. Ну, чтобы не заснуть за рулем, мы реально работали по 20 часов в день. И все время была машина. И он всегда трезвый. Он вообще не любил выпивать. Он знал, что я часто бываю голодная. У него в багажнике всегда был вот бутерброд с ветчиной, я люблю, и помидорка. Это прямо вот было всегда. Я до сих пор это все люблю. И все просто. Бутерброд и помидорка. Иногда пирожок. И вот мы с Мишей решили, что надо Максу показать мир. А тут как раз нас позвали на Дальний Восток, Владивосток. А он на самолетах никогда не летал. И вы знаете, я это на всю жизнь запомнила. Оказывается, человек, который так вот привык, Лысково и Нижний Новгород, матушка. И он всегда говорил, я буду жить в деревне, только в деревне. И только в Лысково, вот в своем любимом Лысково. Я не верила. Я думала, что он так говорит, но он уже городской житель давно, что он уже хочет другого. И вот самолет. Он никогда не летал на самолете. И он, ничего его не удивило. Потом мы приехали туда, в Владивосток. Он помогал Мише таскать, а чего сюда, а чего сюда. Мы говорим, Макс, смотри, океан. Смотри, порт Находка. Макс, смотри. И вот я помню, мы ему показываем, Макс, смотри, а он стоит и смотрит на меня и говорит, Ниталь, вы устали? Ниталь, может, что-то купить? Может, что-нибудь сделать? Нет, это другой человек. Это вот он для людей. Он хочет быть все время нужным. Океан, бог с ним с океаном. Вот матушке надо курятник сделать или там забор починить. Это вот важно. Очень смешно, что мы ехали от Нижнего до Москвы вчера всегда в полтора раза длиннее, чем от Москвы до Нижнего. Знаете почему? Никогда не догадаетесь. Туда-то мы едем от Нади, а назад-то мы едем к Наде. Надя – это любовь всей его жизни. Она хирургическая медсестра. И вот он 17-18 лет парнишкой попался с аппендицитом. И вот. Последнее, что он запомнил перед наркозом, это были глазищи этой девушки, красавицы. И у него появилась мечта, и он добился. Надю я тоже забрала к себе работать. Это отдельная история. Это моя любимая была, просто любимый такой мой человек в офисе, офис-менеджер мой. Тем более у нее началась аллергия от лекарств, и она рассталась с больницей, пришла к нам работать. И вот откуда мы не приезжали с нашей любой командировки, Макс быстро, прямо быстро туда за стол, где сидит Надя, сядет и смотрит. И она мне говорит, Наталья, ну уже уезжайте куда-нибудь, пожалуйста. Ну что же это такое? Вот такая любовь. Вот такое тоже в жизни бывает. А потом он сказал мне, разница у нас в возрасте-то 10 лет. Он сказал, Наталья, вот вы едете в Москву, вот, а что будет? А время-то шло. Он пришел ко мне, как я говорю, Макс, ты отдал мне всю свою молодость с 30 до 50. Его все знали, конечно, этого моего водителя. Многие завидовали на него. Были, конечно, истории, когда я выходила с каких-нибудь съемок в эти 90-е годы, торопясь, и садилась в чужую машину. Так устроена женщина, может быть, не все, но я так устроена. Я не обращаю внимания ни на марку машины, ни даже на цвет машины. И вот я открываю дверцы, сажусь, смотрю, там чужой человек, вовсе даже не Макс. А человек тоже с испугом говорит, Нина Витальевна, вас довезти куда-нибудь. Меня знали же все в Нижнем Новгороде. В это время Макс с ума сходит в соседней машине, потому что я села куда-то не туда. И я просто пустила такой слух, что вот он ищет работу. Тут же ему предложили работу.
Он работал на хорошей фирме, у хорошего человека. Ему там подарили машину, с которой он ушел на пенсию. Ровно, как мне говорил, ровно в 60 лет. Конечно, у Лыскова, где он же построил и перестроил дом. И где они с Надей воспитывают любимого внука Мишку. И есть у меня фотография такая, когда Максу было 60. Мы таким вот нашей командой небольшой поехали его поздравить. Я его обняла и подумала, как же мне его не хватает в этой жизни. Да, водитель — это вторая жена, которая знает больше первой. А еще все мои книги и рассказы — это он. Потому что чтобы он не заснул, я пересказывала фильмы, я пересказывала книги, я рассказывала ему все. И была только одна беда. Чтобы не было никакого ДТП, он сильно снижал скорость. А иногда была еще больше беда. Мы останавливались, потому что он плакал. Ему надо было вытереть глаза, протереть автомобиль, протереть глаза от слез. И мы ехали дальше. И я одну из своих книг, я говорю, меня слушают, там есть посвящение Максу, водителю, который помог мне стать рассказчиком. Вот вам история про очень хорошего человека. Дай Бог ему счастья и здоровья. И в Новый год, и дальше. Я думаю, что в вашей жизни тоже были такие люди, которые создавали вокруг вас вот эту вот неповторимую атмосферу какой-то нежности, теплоты, добра, заботы. Вот ведь надо так уметь. Так служить и не прислуживать. Так служить и соблюдать достоинство, и быть таким профессионалом. Это надо уметь. Цените тех, кто рядом. Но я прощаюсь с вами. До следующей встречи. В нашем цикле «Полосатые истории». Подписывайтесь, пожалуйста. Пускай нас будет больше. До свидания.